Черт. Хороший момент. Самый лучший. Самый ценный. Так, священная прогулка уже подходит к концу. Сейчас еще минут 20 великого контента. И после этого все обычным чередом, ребятки. Я надеюсь. Значит, по поводу поездки на заправку. Получил только что отказ. Ну и ладно. Заправимся за свой счет. Хотя это нежелательно. Нам сейчас надо беречь каждый цент, друзья мои. Потому что деньги партии у нас в долларах США. Я уже очень много долларов разменял. Пачечка худеет. Ой. Ну вот, опушка Вальтера Скотта. У нас все по-прежнему. Я теперь горячо рекомендую читать книги Вальтер Скотт, допустим. Вот я тебе прочитаю. Ну, если ты Овенга не читал, само собой Овенга. Но я бы на твоем месте еще прочитал Квентин Дорвард, друг мой. Там главный герой — король Франции Людовик XI. Значит, у Бальзака еще есть повесть про Людовика XI, я всем забываю, как она называется. По-моему, Мэтр Корнелиус, но я точно не могу. Точно тебе не скажу. Есть у него тоже повесть. Повесть ужасов, фактически говоря. Ну вот, это по свидетельствам какого-то его придворного. Как-то его фамилия тоже не помню. Комнин, нет. Тоже могу ошибиться. Ну, короче, по правдивым запискам какого-то из его придворных Людовика XI. Вот сам этот образ этого умнейшего человека, удивительного, на мой взгляд. Вот там вот он отображен. Сам Квентин Дорвард, там такой картонный, романтический персонаж, которого, в общем-то, Вальтер Скотт сам признает, что, ну, его надо было ввести в дело, чтобы читателю, чтобы набрать подписчиков. Блин, какая-то муха у меня тут бегает, улетела. Чтобы набрать подписчиков. Так, главный герой там вот Людовик XI. Очень тебе советую. Чтение — главное занятие в жизни человека. Вот при том, что сейчас я, как говорится, свободен вообще как никто. И то я очень мало читаю. Мало удается. Так, все время что-то надо, особенно если ты семейный человек, то там я вообще не знаю, как читать. Как может читать книгу современный семейный человек? Я вообще это не представляю. Мало того, что там он пришел со своей работы, там дети, там с детьми, с женой. В общем, до интима читать не с руки, после интима ты уже будешь не в состоянии. В общем, как правило, на двуспальных кроватях очень неудобно читать. Читать удобно только на холостяцкой кровати. И ты там можешь спокойно сложить подушки, как тебе надо, где у тебя, как правило, тумбочка в изголовье, а не двуспальная кровать. Поэтому мне, чтобы читать, мне надо очень много условий. Так, ну вот, в общем, мы, ребята... Давай сейчас вот здесь я покажу еще раз вид на пруды. Как обычно, потом заходим и уже идем. Так, я сегодня кое-что еще полезное опять сказал. Ну так, я, как я уже тебе говорил неоднократно, я сейчас на 90% повторяюсь, на 95%. Но все-таки маленький процент чего-то нового каждый раз удается. Вот это сталкер тень Чернобыля. Вот здесь вот. Молодая сосенка, вот такой вид. Вот я сейчас зафиксировал. Вот, пошли. Так. Так как бы грустновато, конечно. Хочется побольше иметь власти над пространственным временем. А я боюсь, что я тебе констатирую то, что вообще от меня ни хрена не зависит.
Зависит, опять же, я вот считаю, как. Главная заповедь, это не про шляпь, не прояви, как в матерном варианте звучит. Не профукай. Как правило, тебе что-то дается, вот, и вот от тебя зависит, останется это при тебе или нет. И то, я думаю, не во всех случаях. Поэтому я так по поводу себя и вообще по поводу вообще, я уже неоднократно это констатировал, говорю, что